Я совсем забыла, что наше приключение уже началось. Мы уже в нашем любимом, ну, в моем любимом 147-м поезде. Едем до Вильнюса. И пока что проблема с полкой. Потому что она какая-то такая покатая. И мне кажется, это ненормально. И мы сейчас ждем знающего человека, который поможет нам решить эту проблему. Так, мне наконец-то сделали полку. Теперь она ровная, и я надеюсь, я не упаду. Ура, мы в Вильнюсе! И здесь есть снег. Мне кажется, мы больше рады снегу, даже чем тому факту, что мы в Вильнюсе. Так, в ожидании автобуса до Каунаса мы зашли что-то вроде рынка покушать. И это наш завтрак в час дня. Покажи чудесную фотографию. Я свою порцию еще жду. В общем, сейчас мы прибыли в город Каунас. Ну, практически 2 часа дорога. Билетик стоил 5.20. На обратный путь мы взяли за 6.60. Вот. Будем заселяться в хостел. Итак, вот это наши апарты. Ну, точнее, наши апарты вот. 3 кроватки. Целый квест был, чтобы сюда попасть. Но я почему-то это не засняла. В принципе, мне кажется, вполне уютно. Это гуляем еще по аллейке. И это муниципалитет. Все такое. Новогодние огонечки. Красота. Городской музыкальный театр. Мы вышли на площадь около ратуши. Все в огнях. Красота такая. Ой. И запахи такие. Рождественские. Судя по всему, здесь вкусно. Как ярмарка такая. Кстати, вот эти украшения везде, это сделано из пластика. Внутри елочки. Ой, они живые. Маленькие прыгают. Ну, такой бритенький прыгает. Смотри, там нет очереди, можно встать и смотреть. Нет очереди? Нет.
Мы зашли в ресторан-пивоварня опробовать местное пиво, шикарное местное пиво. Так, у меня салатик, мне неинтересно. У меня диетическое блюдо, это рис с овощами, тушеными в кокосовом молоке. Мне кажется, самое интересное — это Нинин суп. Потому что это что? Пивной суп. Суп на их местном пиве. Давай пробуем, мне очень интересно. А, ты чувствуешь пиво? А что ты чувствуешь? Бекончик. Бекончик? Что, начинаем кушать? Да. Итак, вот наш литовский завтрак. А, это цепелины, правильно? Это у нас, получается, картофельные... огромные пельмени с мясом внутри, картофельный пудинг и картофельные блинчики. Вот так вот называется это пекарня. И нам очень вкусно. И мы умираем. Да, единственное, тут очень много масла, поэтому мы просто больше не можем вот втроем вот это все съесть. Мы слишком слабы для этого. Слишком большие порции. И много масла. Так, стрит-арт галерея. В 3D-очках. Площадь у ратуши днем. Гораздо меньше народу. Кстати, мы вчера пробовали вот эти шарики. Вот они. Вкусненькие. Мы идем к стрелке реки Неман и Нерест. Вот оно, слияние двух рек. Вы помните, какая река с какой стороны? Это Нерест, это Неман. Это Нерест, это Неман. Почему? Почему не Неман? Нерест Неман. Не знаю, наверное, я просто Неман. Неман. По крайней мере, есть такой город Неман. Вот мы дошли до Каунасской крепости. 14 века постройки. Это все здесь тоже у берега реки. Мы поднялись, насколько можно было. А, это раньше за музей можно зайти. Так, на таком вот фуникулёрчике мы поднимаемся на обзорную площадку Алексото. Стоит проезд в одну сторону 70 центов. Вполне себе, чтобы не напрягаться. Вот отсюда открывается такой вид на город. Боже! Что случилось?
А мы просто идем к солнцу. Ой, ну это красиво. Они просто идут в закат. Тут еще теплее, вам не кажется? Это было... Вернулись на наш берег. Это церковь. Церковь святого Николаша? Нет, церковь девственницы Марии и Матвеи. Ага. Девственницы Марии, святой. И дом Перуна. Такой готический. Считается очень красивым. С этой стороны его можно получше разглядеть. Здесь уже ратуша видна. Мы зашли в ресторан Этнодварас, прямо около площади, где ратуш. Я себе заказала суп в хлебе, грибной. И у тебя суп с капустой с ребром, да. Спорт. Мы заказали на десерт шакотис. Может быть, это произносится по-другому. Но попробуем. Традиционный торт. Древесный. Да. Ну, по-английски, да, написано, что как вот древесный. Я не знаю, что в нем древесного. Местный пивас вкусный. Это тоже не пронесу. Не произнесу. Швитурус. В общем, как-то так. И сидр тоже. Тоже местный. Да, да, бутылочку с ними. Говорят, вкусный. Да. Чай с липой. Так как мы не наелись нашими супами, мы еще заказали тоже традиционное блюдо, картофельная сосиска, фаршированная с свинюшкой. Ну, Нин, давай пробуй, скажи свое впечатление. Похоже, в принципе, на продолговатый цепелин. Похоже на что-то неприличное. Бычий хвост? Нет, я бы сказала, еще более неприличный. Картошка. А там, по-моему, только картошка, нет? Вот эти, а в соус ты не обернешь? Это грибочки? Нет, это кончик. И сметанка, да? И чай супер. Ну, вкусно? О, отлично. Тогда я пробую. А вот эта вот печенька, она похожа на курабье. Но не все здесь знают, что такое курабье. Песочная печенька. Причем мы решили, что полностью это выглядит вот так вот. И, видимо, поэтому это называется древесным пирогом. В общем, если мы когда-либо сомневались, возмущались по поводу времени, когда можно купить алкоголь, в Москве, в России, то здесь еще хуже. Здесь ограничение по времени – это 8 вечера, а воскресенье, внимание, 3 часа дня. И сегодня воскресенье, время 8 часов вечера, и как бы уже давно нет, только по барам. В общем, это просто… Я в шоке, честно говоря, не ожидала такого подвоха. Итак, мы пришли за возмездием за наши бутылочки. Засовываю?
такие звуки. Я подумала, что зеленая, знаешь? Да, хорошо. Все. И теперь мы либо получаем скидку на кассе, либо забираем денежку. После 30 жизнь только начинается. Мы на острове Немана. Наше любимое развлечение. Сегодня потеплее, что тоже не может не радовать. Тут такой вот парк прогуляться. Мне кажется, он ищет жрать. Да, мясо. Хвостиком виляет, рад нас видеть. Она с ним разговаривает? Смотри, видишь, у лебеди шея другая. Все-таки убедились, что это лебедь. Не белого окраса. Сейчас мы направляемся в ту церковь. Высокую. Как она называется? Roof Terrace of Church, мне написано. Ага, вот так она называется. В закате нашли эту церковь Воскресения Христа. Очень необычная церковь. Наш последний вечер в Каунасе мы решили провести в мексиканском ресторане с такими чудесными блюдами. И у меня супер коктейль. Деспарадито, по-моему, называется. В общем, это маргарита и деспарадос. И это очень вкусно. Девочки едят свои тарелки. Она даже не моя, а чужую. Нина мою подъедает. Вкусная тарелка, почему бы ее не съесть, собственно. Безотходное закуска к маргарите. Сангри. Я такой оператор, конечно. Are you all right, girl? Главное, что вкусно.